Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 45. Упражнение внизу страницы. Вычислим. Будем умножать на двухзначное число, используя письменные приемы вычислений, то есть записывая в столбик. 51 умножаем на 87. Сначала умножаем на 7. 1 на 7 – 7, 5 на 7 – 35. Теперь умножаем на 8 и записываем под десятками. 8 на 1 – 8 и 5 на 8 – 40. Теперь сложим 7. 5 плюс 8 – 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 0 – 3, еще 1 – 4 и 4 сносим. Получилось 4437. Теперь 672 умножим на 83. Сначала мы умножим на 3. 2 на 3 – 6, 7 на 3 – 21, 1 пишем, 2 запоминаем, 6 на 3 – 18, еще 2 – 20. Перемножаем на 8 и записываем под десятками. 8 на 2 – 16, 6 пишем, 1 запоминаем, 7 на 8 – 56, и еще 1 – 57, 7 пишем, 5 запоминаем, 6 на 8 – 48, и еще 5 – 53. Складываем 6, 1 плюс 6 – 7, 0 плюс 7 – 7, 2 плюс 3 – 5 и 5 сносим. 55776. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.